Здравствуйте, друзья! На календаре весна, и сегодня мы будем рисовать весеннюю картину. Цветущую веточку с птичкой. Сразу приступаем к рисунку. Подождем, когда наш фон просохнет, и продолжим рисовать. Наш рисунок начал подсыхать, и уже можно продолжать. Коричневой красочкой нарисуем веточку. Делим, на которой будет сидеть птичка наша. Такая веточка у нас получается. Сейчас мы начнем создавать небольшую тень. В нижней части можно сделать небольшое затемнение. Верхний наоборот. Сегодня мы сделали сказочный фон, такой цветной. Птичка наша тоже будет сказочная. Поэтому я ее сделаю какого-нибудь интересного, яркого цвета. Думаю, что это будет желтый. Я смешиваю желтый и белый. Такую капельку. Пока наша птичка будет подсыхать, мы нарисуем на дереве листики и украсим цветочками. Наше дерево цветущее, потому что на дворе весна. Весной деревья покрываются зеленью. Эта зелень молодая, светло-светло-зеленая, поэтому я возьму зеленый и белый, чтобы листва у нас получилась действительно весенней. Thank you.
возьму кисточку потоньше, возьму коричневый цвет и добавлю глазки, клювик, крылышки, ножки нашей птички. Обвожу птичку. Сую глазики. Она поет, поэтому закрыла глазки от удовольствия. Крылышко, хвостик рисую. Можете сделать так, как вам ваша фантазия подсказывает. Снова смешиваю белый с малиновым цветом, получается нежно-розовый. Добавляю на нашу ветку вот такими прихлопывающими движениями цветочки. Вы видите, что происходит? Наше дерево начинает расцветать. И весь наш рисунок, он в определенных тонах сделан. Розовый, желтый, салатовый, нежные весенние тона. Центры цветочков мы сделаем желтенькими. Они будут перекликаться с цветом нашей птички и нашего фона. Вот посмотрите, друзья, как легко и просто у нас получается такой прекрасный весенний рисунок.